Партнер программы «Мир увлечений» – Всемирная ассоциация русского боевого искусства «Система Воин». 922-70-60. А, ну что же, для этих ребят просто так кататься на горнолыжных склонах или, как сказать, погонять по пухляку не престижно. Они стараются попасть на такие соревнования, на недавно построенный 13 Parks Tour. Что это такое, мы сейчас и расскажем. Бёртон. На протяжении нескольких лет это название прочно осело в умах людей, активно занимающихся горными лыжами и сноубордом. Джейк Бёртон, основатель компании, сделал простую детскую игрушку – сноуфер, доработанную впоследствии в сноуборд. Занятие сноубордом переросло в захватывающий популярный и зрелищный вид зимнего спорта. Нынешней зимой компания Бёртон пошла дальше и решила поменять стратегию. Теперь они делают не только оборудование для зимних видов спорта, но и открывают по всему миру профессиональные сноупарки. В число первых избранных городов в России вошла и Самара, где построили сноупарк Бёртон 13 Парк Тур на горнолыжной базе «Сток на красной глинке». Здесь сразу провели соревнования, в которых приняли участие лучшие райдеры Самарской губернии, а также спортсмены из Пензы, Волгограда и Саратова. Кстати, наша телекомпания стала первой, кто засвидетельствовал это событие. Ну, это один из этапов любительской серии, которую мы начали в этом году. Это, собственно, единственное уникальное сейчас пока событие в России. Для любителей сноубордических соревнований у нас не было. Мы считаем, что надо... Спорт у нас очень слабо развит. На результаты нашей команды, видимо, вы сможете посмотреть на Олимпиаде. Наверное, мы ничем не удивим, как Россия. Вот. И мы решили, что надо развивать с нуля спорт. И мы помогаем этому. Поэтому вот я думаю, из таких ивентов и вырастут будущие чемпионы. Соревнования привлекли немало молодых ребят. Немного о правилах. Все участники были разбиты на три группы – девушки, мальчики до 14 лет и юноши старше 14. Судейство на таких состязаниях проводится по системе общего впечатления. Мальчикам и юношам давалось по три попытки, девушкам по две. Лучший результат засчитывался по наиболее удачно выполненному упражнению. А что же значит общее впечатление и по каким критериям выставлялась оценка? Это, конечно, сложность трюка. Количество поворотов вокруг оси. Особо приветствовались сальто, так называемый бэкфлип. Учитывалась частота исполнения упражнения и, конечно, удачное приземление. Если участник падал на одном из участков, то попытка не засчитывалась, а падений было немало. Иногда они были мягкими, но чаще ребята приземлялись жестко. Кстати, девушки старались не отставать от парней и так отчаянно прыгали, что у зрителей захватывало дух, особенно когда они падали с весьма большой высоты и на высокой скорости. Кстати, досталось и нашему брату-журналисту, а точнее сестре по фоторепортерскому цеху. Это падение шокировало всех. Мы, журналисты и фоторепортеры, как всегда хотим быть в гуще событий. За это часто и страдаем. В этот раз обошлось испугом и легким ушибом. Надо заметить, что горнолыжный комплекс «Сок» на красной глинке стал четвертым, где проводятся состязания среди райдеров любительской категории. Всего в нашей стране построено 6 сноупарков под названием «Бёртон 13 Парк Турс». Самара стала вторым городом, куда приехал представитель, ответственный за строительство таких парков по всему миру. Джав Балиба прибыл из Берлингтона, США, чтобы лично посмотреть, как построены парки и как проходят соревнования. Перспектива вообще развития парков, вот ваша компания у нас в России, какие планы вы ставите на Россию? У нас большие планы в расширении строительства парков по всему миру и в частности в России. Мы рады, что ребята могут быстро добраться, прийти сюда из дома, подняться на лифте, покататься в сноупарке. А это главная стратегия нашей компании.
Джав Балиба отметил, что нынешний сноупарк, построенный этой зимой в Самаре, отвечает всем требованиям международного спортивного строительства. Здесь можно вести подготовку и проводить соревнования мирового уровня. По поводу Самары хотелось бы услышать ваше мнение вообще как бы вот об этой местности. Порадовало то, что быстро приехали из аэропорта, отличная погода, как на заказ, фантастический вид. Очень нравится, что лифт находится вдоль горы, и можно подниматься на подъемники и кататься только в сноупарке. К вышесказанному добавим, у самарских парней присутствует энтузиазм, есть желание тренироваться, они не боятся нагрузок, готовы часами проводить время на горе, оттачивать трюки, показывать и доказывать, кто лучше. Бэксайд и бэкфлип и скребы, как только, это одни из самых сложных трюков, которые выполняли ребята, как только у них это получалось, они в награду получали аплодисменты зрителей. Вот несколько, на наш взгляд, наиболее удачных выступлений участников этих состязаний. Бэкфлип – один из сложных трюков, его выполнили всего несколько райдеров. Порой выполняли удачные трюки, вот только под конец парни расслабились. Юра Веснин радовал публику удачными прыжками бэксайд на 720 градусов. Весьма стабильное выступление, однако были ошибки, которые не позволили ему занять первое место. А почему это именно прыжки, почему это сноуборд именно в таком проявлении, как сейчас? Ну, это классно, адреналин, и море эмоций, снег, чистый воздух, свежий, это классно, драйв. А бывает так, что страшно прыгать? Бывает, но настраиваешься всегда на хорошую мысль, на хороший прыжок, и в принципе все проходит. По три попытки. Иногда первая получалась лучше, чем вторая и третья, но чаще выходила с третьей. А, Игорь, скажи, что это такое? Это дань моде или все-таки вот увлечение, которым хочется ним заниматься? Я того, что... скажу так, что это не просто мода и какое-то увлечение, а это стиль жизни, в принципе. Ты встал на доску, и ты уже потом на лыжи никогда не встанешь. Потому что это круто, это как бы вот так вот. Вот. Я получаю от этого только кайф. А приходилось вообще падать, и как сильно? Да, приходилось падать. Я в прошлом году упал. Ну, трамплин был такой же, только еще раз в два больше, соответственно, бигер. Вот, тоже я участвовал в соревнованиях и упал просто на лицо. Вот. Ну, я как бы это выжил, грубо говоря, это, даже ничего себе не сломал, но после этого у меня как бы страх появился в прыжках. И я уже к этому постепенно шел опять прыгать, как бы опять достигать чего-то. От состязания к состязанию встречаются на горе парни и девушки, хорошо знают друг друга и досконально, кто на что способен. Камнев Григорий, не новичок во фристайле. Всего несколько недель назад проходили соревнования, в которых он лидировал. Сегодня вновь встал на пьедестал почета на первое место среди юношей. Ну, сегодня была дисциплина слоупстайл, но это прохождение фигур, трамплин, перил, там это все дело. Нужна была стабильность в трюках и частота, и, ну, а там уже по силе трюка оценивается уже. Если хорошо проехал, например, попытку, пробуй что-нибудь новенькое уже, другое что-нибудь. И вот так вот это, катаешься. Бывало, что ты падал, тебе больно, и тебе не хотелось больше прыгать этот прыжок? Бывало, но я падал на голову, но я... посидел минут 5 и опять поехал кататься. Переделывать трюк, так сказать. То есть никаких последствий из головы нет? Мне кажется, тут у всех с головой не все в порядке. Уже ближе к вечеру горячие спортивные головы остыли. Все ждали награждения, делились своими эмоциями, что получилось, что нет. 7 человек разыграли призовой фонд от создателей Burton 13 Park Tour на горнолыжном комплексе «Сток» на Красной Глинке. А это ни много ни мало 75 тысяч рублей. А вот, кстати, организаторы состязаний Burton Park планируют провести большую учебу инструкторов по сноуборду на международном уровне. Мир полон опасностей. Но теперь защитить себя сможет каждый. Уникальные техники, разработанные для спецназа, теперь адаптированы для самозащиты в городе. Без ограничений по полу и уровню подготовки. Пробное занятие в подарок. 922-70-60.